Будем разжигать огонь лупой. Мы сейчас огонь подхватим, и чтобы он у нас не потух, надо будет его подержать. Немножко бересты. Я вам чисто демонстрацию делаю. Поэтому нам вот кусочек бересты маленький хватит. Разжигать будем. Нам нужно что-то такое ватообразное, такое мягкое. И в то же время деревянное. Вот трухлявая ветка. Она полусгнившая, но сухая, высохла. Возьмем ее и просто перетрем. Вот такая древесная вата получилась. Это для нас лучшее топливо. Как только оно займется, мы подложим туда бересту. Конечно, бересты хорошо большой кусок, тогда у нас все быстро разгорится и можно делать костер. Но костер мы делать не будем. Я просто показываю. То есть вот такая трухлявая палка — это хорошее топливо. Наводим фокус и поддуваем слегка, разжигаем, раздуваем. Огонь у нас пошел, можно дальше подкладывать бересты, еще что-то, что угодно, и создавать наш маленький костерчик. Я костер сейчас делать не буду. Было, да. Вот и все, на этом урок закончен. Спасибо.